Ну вот, поднимаемся на мостик. Видим море, залив мексиканский. Прибой шумит. Саша уже разложил стульчик. Вот так выглядит пляж. Никого. Но у нас есть пропуск. $140 в год платим. В любое время можем сесть на кораблик этот, который нас сюда привез, и отправиться на берег. Идиллия. Вот еще с нами приехали люди, группка, и мы одни. Вот здесь много ракушек попадается, ракушки разные, окаменевшие зубы акул. Здесь в километре от пляжа находится русло реки древней. И там вот, говорят, оттуда эти вот зубки вымываются, намываются прибоем.